Дорогие друзья, я вас собрал для того, чтобы вы мне помогли. Но доверюсь я не каждому встречному, поэтому вы все должны выполнить для меня пару заданий, чтобы заслужить мое доверие. Первой задачей будет украсть для меня кейс из машины, которую чертовы копы увезли на штрафстоянку. В этих кейсах нечто, что мне очень дорого. Я доверю это лучшим уличным гонщикам, которые смогут это сделать быстро и не привести хвост из копов. В итоге я беру лучших из лучших, тех, кто поможет мне с проблемой. И я даю слово не остаться в долгу. Моего человека из ближнего круга общения было достаточно компромата на меня, и ваша задача – избавиться от улик, которые пока еще не попали в руки федералов. Надеюсь, вы справитесь с этой задачей. В противном случае вам не видать моего вознаграждения. Вы пойдете со мной на дно.